Корняков. Отличная передача. Кобиен, Михаил Афанасьев, можно бить проспел. Матвея там ему штрафной, на плечи, и падает. Лев слева, играет ход, два футболиста. Слишком сильная передача, не успеет за нее Комаровский, прострел. Честно говоря, ни у той, ни у другой команды не получается. Фанасьев справа, заброс. Интересовались, насколько я понимаю, им и Комаровским. До 5-го года он действовал много матчей именно в опорной зоне, и в паре с Андреем Леонтьевым там просто без шансов было без соперников. Ну, а неплохо там вырывался Михаил Афанасьев, а не жало. Пригнулся Комаровский, можно бить, удар! Известные пассажиры, мы все компенсированы для нити, у меня, не знаю, не то, что мы отбывали, но мы отбывали. Мне кажется, не от уровня игры, а на я бы сказал, в порядке. Да, Василий Кобин нервничает, вот не надо, не надо. Давайте. На линии штрафную, пас какой. Не хочется эту тему, честно говоря, понимать, что Ищенко для того, чтобы спасти этот матч. Время еще есть, но вот атака Шахтера. Кобиен сам в центр врывается. 3-2. Атака, которую нужно достать Ильичем. Кобиен играет на право. Комаровский. Наверное. Наверное, поскольку сам Кобиен развел эту атаку, сам он и вправе был выбрать адреса. Небольшая пауза. Скажем, что в следующем туре гости Шахтёра. У нас Чебрякович с правого фланга, Низа простреливает. А вот зря, мне кажется. Смотрите, атака 5 на 5.
вполне себе возможность. Там едет автозавод, который сейчас будет точно начать получать.